В Сосновском районе устроили погоню за водителем «Газели». Автомобиль снес шлагбаум и попытался скрыться. Судя по кадрам, шлагбаум был открыт, но машина не смогла проехать. Водитель снес ограждение, остановился, а потом дал по газам. Сторож садового товарищества вызвал охрану, и машину удалось блокировать уже на подъезде к Челябинску. На 15 суток можно его закрыть? Ну, арест здесь не предусмотрен. А давайте арест еще сделаем. По предварительным данным, водитель был пьян. Теперь, скорее всего, его лишат водительских прав. Также ему за свой счет придется восстанавливать шлагбаум в садовом товариществе.